Несколько секунд хватит, чтобы прочесть напутствие. Перед пешеходными переходами в Тулуне. В городе дорожные полицейские возле зебра с помощью красок и трафаретов нанесли надписи «Призывы». Возьми ребенка за руку, посмотри по сторонам, убери наушники. Это действия, которые помогают безопасно перейти дорогу, но о них часто забывают люди. Поэтому автоинспекторы решили еще раз таким способом указать на ошибки пешеходов. На дорогах региона происходит много опасных ситуаций, и некоторые из них попадают в наш традиционный обзор. Смотрим и запоминаем, как делать не стоит. Пешеходный переход – место, где все участники движения должны быть максимально внимательны. Водитель серой иномарки решил въехать в ряд перед автором ролика сразу после зебры. В это время владелец золотистой легковушки, которая стояла впереди него, начал движение, не убедившись в безопасности. В итоге первому пришлось смещаться еще правее. Хорошо, что в это время никто не переходил дорогу, а на остановке не было людей. Представить такое трудно, пока не увидишь все своими глазами. Камера регистратора зафиксировала нестандартное ДТП. Запрещающий сигнал светофора, машины терпеливо ждут, а велосипедист скорее всего думал о своих рекордах и на полном ходу врезался в девушку, которая переходила дорогу. Помогать ей никто не стал. Не стал заглядывать в учебник правил дорожного движения водитель серого кроссовера. С кольца нужно съезжать только с крайней правой полосы, но ему и со средней комфортно. Правда, только ему. Остальных это очень огорчает. Если и вы стали очевидцем неадекватного поведения за рулем, присылайте нам свои видео. Самые интересные покажем в эфире.